Я всех приветствую. Зовут меня Ирина, активная участница проекта Wise Deposit. Ура, ура, ура! Спешу поздравить с пятилетием это замечательное сообщество Wise Deposit, которое объединило многих-многих людей, в том числе и меня, по всему миру. Спасибо вам огромное за взаимное финансирование. Этот проект мне очень многое дал. В нем я с октября месяца 2019 года, 2,5 года. У меня растет команда, у меня выплаты каждую неделю, я уже на пассивном доходе. Собираю себе потихонечку на все то, что я планирую. И имею я уже много, и часть из того, что я имею, благодаря проекту Wise Deposit. Всех участников поздравляю с этой знаменательной датой. Желаю всем здоровья, счастья, исполнения желаний и, конечно же, пассивного дохода в любое время и в любом месте. И в честь этой даты у нас объявляется, уже объявилась акция. Давайте посмотрим подробнее. Юбилей 5 лет Wise Deposit. В вашем личном кабинете вот здесь увидите баннер 5 лет стабильной работы Wise Deposit. Переходим по этому баннеру и читаем. Акция кэшбэк до 20% ко дню рождения всем участникам. 13 мая 2022 года проект Wise Deposit встречает первый значительный юбилей – 5 лет стабильной работы. За эти годы в наше сообщество присоединилось более 28 тысяч участников, которые создали 708 898 депозитов, и нами было выплачено более 16 миллионов 260 тысяч ТЭД по отработанным депозитам. А сколько еще предстоит впереди? Мы с воодушевлением смотрим в будущее и готовы помогать еще большему количеству участников стать финансово независимыми. Благодарим каждого участника Wise Deposit за ваше доверие и поддержку все эти годы. Пусть наше сообщество расширяет свои горизонты, процветает и преуспевает в успехе и стабильности. И теперь про акцию. В честь пятилетия Wise Deposit мы решили порадовать всех участников кэшбэком до 20%. Благодаря полученному кэшбэку участники смогут более выгодно начать свое участие в Wise Deposit и выйти на желаемый пассивный доход с меньшими для себя затратами. Условия акции. Период проведения акции с 5 мая 2022 года. Тут ошибочка, по 15 мая 2022 год включительно. Принять участие в акции могут все участники сообщества. Новым участникам и активным участникам. Помните, начав свое активное участие в сообществе Wise Deposit, вы уже завтра приблизитесь к финансовой независимости. Об этом говорит не только команда проекта, об этом говорят 5 лет стабильной работы и 1000 участников, которые прошли данный путь вместе с нами. Вы можете задать свои вопросы в обратную связь, и вам с радостью на них ответят. Сейчас я зачитаю для новых участников. Это участник, который до старта данной акции не пополнял баланс и не создавал депозиты в своем личном кабинете. Неважно, когда он зарегистрировался. Нужно пополнить баланс личного кабинета от 50 ТЭД и более новыми деньгами. Новые деньги – это деньги, которые введены в систему, минус те деньги, что были введены, и те, что были получены как выплаты по депозитам. Второе. Создать депозит или депозиты новыми деньгами от 50 ТЭД и более. Вы можете создать один или несколько депозитов за период проведения акции. Важно, чтобы общая сумма взноса по депозитам была от 50 ТЭД и более новыми деньгами. Можно использовать промокоды для увеличения доходности по создаваемым депозитам. И третье. Кэшбэк от 10 до 20% на счет предоплата. Вот здесь вам показываются примеры. От 50 до 249 ТЭД, кэшбэк 10%. В течение недели после завершения акции всем участникам будет начислен возврат средств на счет предоплата, равный от 10 до 20% в зависимости от суммы взносов на депозиты новыми деньгами в период проведения акции. Например, за период акции вы создали депозиты на общую сумму взноса новыми деньгами 500 ТЭД. Размер кэшбэка по данной категории взноса составляет 20%. Что в ТЭТе составит 100 ТЭД.
Обратите внимание, взносы, сделанные на бонусные средства за участие в акциях, конкурсах, бонусы за отзывы, полученное партнерское вознаграждение, сумма бонуса по промокоду при расчете кэшбэка учитываться не будет. И активным участникам. Это участник, который до старта уже пополнял баланс и создавал депозиты в своем личном кабинете. Создайте дополнительный взнос в проект на сумму от 50 ТЭП. Участникам с показателем ROI меньше 60% учитываются все взносы, что свыше рекомендованного взнос СВ для кармы 92% и более. Участникам с показателями ROI больше 60% учитываются все взносы, что свыше рекомендованного взноса для кармы 100% и более. Например, размер вашего рекомендованного СВ в текущем периоде 1000 ТЭТ. Вы создали депозитов на общую сумму 1100 ТЭТ. Дополнительный взнос будет считаться по формуле. Общая сумма взноса за период минус рекомендованный своевременный взнос получается 1100 минус 1000 равно 100 ТЭТ. Второе. Кэшбэк 20% на счет предоплата. В течение недели после завершения акции с 16 мая всем участникам будет начислен возврат средств на счет предоплата, равный 20% от суммы дополнительного взноса, сделанного за период проведения акции. Например, за период акции вы сделали дополнительный взнос 500 ТЭТ, размер кэшбэка составляет 20%, то есть 100 ТЭТ. Обратите внимание, взносы, сделанные на бонусные средства, при расчете кэшбэка учитываться не будут. Регистрация по ссылочке будет находиться под этим видео. Я оставляю ссылочку. Кто меня смотрит в Инстаграме, ссылочка будет у меня в профиле. Нажимаете таплинк и ищите проект Wise Deposit. Там будет зашита моя реферальная ссылка. Всем желаю успехов и пассивного дохода. До следующих видео. Пока-пока.